Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5977. Здравствуйте, в эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о подготовке кадров. Сегодня мы будем говорить о тех профессиях, которые нужны нашему краю, которые будут востребованы в будущем. И гости нашей сегодняшней программы – начальник отдела перспективного развития отраслей промышленности Департамента промышленной политики Краснодарского края Юлия Любименко и заместитель начальника отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Мария Истомина. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, наверное, к вам, Мария Викторовна, первый вопрос. Я бы сразу, давайте разделим, да, вот то, что понадобится в будущем, это мы будем говорить отдельно, а то, что нужно сейчас, вот здесь и сейчас, да, это вот как бы вторая такая тема. Так вот, какие профессии, на ваш взгляд, сейчас наиболее востребованы в крае, да, и какие понадобятся, можем ли мы это спрогнозировать там, в какой-то недалекой перспективе? Да, конечно, в перспективе спрогнозировать мы можем, потому что те инвесторы, которые приходят сегодня, они уже сразу предъявляют тот список профессий, специальностей, которые нужны им в будущем на производстве. Мы говорим и о биотехнологиях, которые впоследствии будут развиваться. Это металлургическая отрасль, которая получила в последние годы развитие на Кубани, и сейчас идет вот реализация проекта четвертой очереди. Это и химическая отрасль, то есть лаборанты. Что касается потребностей, которые сейчас есть у производителей, да, то действительно мы о них тоже знаем. Это и слесари, и фрезеровщики. То есть это рабочие специальности, которые, в принципе, постоянно идет ротация кадров на производстве. Кто-то уходит на пенсию, кто-то переезжает в другие регионы. Эти профессии действительно востребованы ежегодно. То есть я правильно сейчас понимаю, что, допустим, то, что мы говорим о там, кадровой политике в нашем регионе на нынешний момент, мы делаем ставку не столько на высшее образование, сколько ставку на среднеспециальное образование? Или так говорить однозначно нельзя? Однозначно говорить нельзя, потому что даже вот сегодня на современных предприятиях рабочие специалисты в основном имеют высшее образование. А несмотря на это, специалисты со среднеспециальным образованием тоже действительно требуются. Сейчас мы получили потребность от 60 предприятий по более чем 2000 рабочих мест к 2019-2020 году. А то есть получается, что вот сейчас тот, кто там заканчивает школу, выбирает будущую профессию, он может уже сейчас для себя понять, насколько будет востребована его профессия там, в 2019-2020 году. Да, он может обратиться и к нам в департамент, и в целом мы эти данные публикуем. Те специальности, которые действительно требуются нашим уже работающим промышленным предприятиям, в том числе инвесторам. Хорошо. Тогда, Юлия Викторовна, к вам вопрос. А насколько вот система, современная система образования, которая выстроена у нас в регионе, насколько она гибкая в том отношении, что насколько она быстро может перестроиться вот на такой запрос? Да? Сегодня 17-й год. Учебный начался, да, мы знаем, что нам понадобится в 2019-2020, сможем ли мы обеспечить вот эту потребность настолько быстро? Ну, если говорить о том, что мобильная или не мобильная система профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, то она действительно сегодня мобильна. Мы работаем с Департаментом промышленной политики вот последний год уже, наверное, очень тесно. Поэтому запросы работодателей мы знаем и понимаем. Мы можем прогнозировать сегодня с нашими образовательными организациями лицензирование новых программ под потребности непосредственно. Это долгий процесс лицензирования новой программы? Лицензирование новой программы, но из того, как мы понимаем, есть в законодательстве, это 45 дней. Но длительный процесс, да, но к этому нужно подготовиться, нужно иметь материально-техническую базу соответствующую той или иной профессии или специальности, нужно иметь уже образовательные программы и предоставить их в лицензионный отдел. Поэтому здесь работа подготовительная, она где-то растягивается еще на несколько месяцев. Но в связи с тем, что контрольные цифры приема организациям выдаются на условиях конкурсно,
конкурса непосредственно. Поэтому, а конкурс играется в ноябре-декабре, поэтому, естественно, заранее, заблаговременно. Еще мы должны знать эти прогнозы, и мы их получаем. Это Министерство труда и социального развития, мы получаем от Департамента промышленной политики. И, соответственно, мы формируем общие объемы подготовки с учетом того, какие специалисты потребуются через несколько лет. А вот этот, кстати, прогноз, который составляете вы, да, или который составляют ваши коллеги, насколько он далекий? То есть насколько мы далеко можем заглянуть, чтобы дать возможность, ну, в данном случае образовать там, системе образования, да, спокойно, не торопясь, не гонясь вот в эти там, 45 дней, да, или там, в 2 месяца, да, а так обстоятельно хорошо подготовить и базу, и потом уже специалистов. Вот эта перспектива, насколько она далекая? Ну, это 19-й, 20-й, 21-й годы. То есть сейчас мы, получается, там заглядываем, ну, где-то в пределах пятилетки, да? Да, в пределах 5 лет. Этого хватает? Для того, чтобы подготовить программу, для того, чтобы подготовить специалиста, для того, чтобы потом эти знания передать абитуриенту и выпустить его уже. Вы знаете, хватает, потому что срок обучения 3 года 10 месяцев. Mm-hmm. Это если поступают на базе 9 классов. И 2 года 10 месяцев, если на базе 11 классов. Поэтому этого срока достаточно нам для того, чтобы подготовить специалиста. Тогда, востребованного. Ну вот, да, если так все хорошо выглядит, ну, а я понимаю, что выглядит все достаточно хорошо, то почему тогда, допустим, если мы говорим о сельском хозяйстве, то часто очень можно услышать, что нам не хватает специалистов. Причем вот как раз специалистов того самого среднего звена, да, получается, вот такого профессионального образования. Никто не хочет учиться, или мы как-то неправильно строим прогнозы? Я не знаю, в данном случае, кому вопрос. Ну, наверное, я начну как бы с этого отвечать. Вот если брать систему образования, то из тех 69 учреждений, которые подведомственны Министерству образования, науки и молодежной политики, 20 готовят непосредственно специалистов для агропромышленного комплекса. И из 28 ресурсных центров, а это те организации, в которых созданы некие подразделения, отвечающие современной экономике, полностью материальная, техническая база и кадры, то 5 у нас отданы именно для подготовки кадров сельскому хозяйству. Угу. Говорить о том, что не хватает, но я бы, наверное, так не сказала. Но давайте рассмотрим момент, что сельское хозяйство – это, наверное, все-таки сезонные работы, и поэтому не круглогодичные. И если мы говорим о востребованности кадров, а кадры у нас, как бы, прогноз составляется именно в зимний период, это... То здесь работодатель, у которого спрашивают, сколько нужно рабочих или той или иной профессии или специальности, выставляет определенное количество, что ему не хватает или будет не хватать или нет в сезоне. Но потом уже к сезону мы понимаем, что и трактористы, и машинисты, и слесари, и токари не появляются, потому что это идет сезонная работа. Но мы понимаем, что нужно какой-то баланс установить в данном случае для подготовки кадров для сельского хозяйства в этой ситуации. Но наши вот учреждения, они достаточно плотно и тесно в своих районах работают непосредственно с представителями агропромышленного комплекса. И сегодняшняя материально-техническая база наших учреждений и материально-техническая база частных предприятий и больших агрокомплексов, она соответствует современным технологиям. Поэтому здесь мы, в принципе, вот говоря о тех предприятиях, которые работают с учреждениями. Здесь же тоже нужно говорить о том, что не выйдет учреждение и скажет, вот я такой замечательный. Хотя может, конечно, да, и сказать, вот у меня есть, сейчас есть можно все, кадры. Кажется, да. Можно все. Но есть и взаимодействие с работодателями, и их желание получить кадров. Одно дело, когда говорят, нам не хватает, но ничего для этого не делать. А есть момент, когда человек... Руководитель, он менеджер понимает, что ему нужен этот специалист, и он придет и закажет себе специалиста. Я не зря говорю это слово «закажет», потому что сегодняшние программы среднего профессионального образования имеют некую вариативную часть, когда работодатель, согласуя эту программу, может заказать кадры под себя. То, что ему необходимо. Да, я понял. Мария Викторовна, а вот я смотрю, да, у вас называется Департамент промышленной политики, а вот этот сельскохозяйственный хозяйственную часть, о которой мы сейчас говорили, вы тоже учитываете в своих прогнозах? Или этим занимается кто-то другой, а вы только то, что касается промышленного производства? Ну, стандарт, который мы реализуем, апробацию стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, в первую очередь, конечно, предусматривает подготовку кадров для промышленных предприятий. Но поскольку наш край
структура экономики нашего края достаточно большую долю занимает и агропромышленные предприятия, пищевые производства, и курортно-рекреационный комплекс у нас развит, то агентством стратегических инициатив было рекомендовано нам включать и другие отрасли. Вот, кстати, вы заговорили о стандарте. Насколько я правильно понимаю, вы мне поправьте. Ведь такая работа сейчас ведется не по всей стране. Краснодарский край в неком эксперименте. И то есть получается, что мы вот такие первопроходцы. Как давно мы в этом эксперименте, и получается, там 10-15 лет назад вот такого программирования будущих специалистов не было? Опять же, я не знаю, к кому в большей степени вопрос. Мы вошли в число 20 пилотных регионов. Краснодарский край по решению губернатора вошел в число. Mm-hmm. А в число регионов вошли также Екатеринбург, Татарстан, Липецкая, Белгородская область и другие регионы. И для нас это действительно шанс диверсифицировать нашу экономику, сделать ставку на промышленный сектор в том числе. Понятно. Тогда вот как сделаем. Сейчас посмотрим рекламу, сделаем небольшую паузу, а потом с этого же места продолжим наш разговор. Хорошо? Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о подготовке кадров здесь, на территории Краснодарского края. Мы закончили первую часть программы, мы говорили о стандарте, мы говорили о том, что Краснодарский край вошел в этот эксперимент, один из 20 регионов, где это все сейчас реализовывается. А тогда, с учетом того, что мы работаем уже в этом стандарте, нам получается, так легче работать или нет? Так легче готовить кадры, когда у тебя есть планирование? Или лучше работать по факту? И опять же, пускай студент сам выберет ту профессию, которая ему по душе. Ну, для того, чтобы студента подтолкнуть, да, сформировать его взгляды, что ему больше всего нравится, куда ему хочется развернуться. Есть, конечно, в Краснодарском крае проводится очень серьезно, еще со школьной скамьи, профориентационная работа. Это не только тесты на профпригодность, кем я хочу стать. Это еще и знакомство непосредственно, ну вот в нашей части, это с организациями профессионального образования. Разные формы, и они тоже входят как бы в часть профориентационной работы, а профориентационная работа – это часть реализации стандарта, о котором мы здесь с вами сейчас говорим. Это непосредственно, когда школьника привозят в профессиональную образовательную организацию, в колледж или техникум, и показывают, и дают попробовать то, что он в будущем может себе выбрать. Если ему не нравится печь пирожки, он не будет это не делать, но ему нравится заворачивать гайки, он пойдет в соседнюю мастерскую и попробует завернуть эту гайку. Таким образом, он поймет, что ему нужно. И последние несколько лет, благодаря вот такой профориентационной работе со школьниками, мы имеем прием в средние профессиональные образовательные организации, ну, уже в на конкурсной основе, даже на сварщиков, автомехаников, строителей. Возможно, наверное, кого-то это удивит или скажет, нет, всех нужно принимать. Но сегодня так построено, что дети хотят прийти и учиться рабочим профессиям. К этому подталкивает еще и участие, конечно, и посещение чемпионатов профессионального мастерства, который проходил у нас в 2016 году в Краснодаре Южного федерального округа. А в мае это был уже национальный чемпионат, когда 125, более 125 тысяч школьников пришли и посмотрели на площадках, чему можно научиться. Но не только посмотреть, потому что там были мастер-классы, можно было потрогать это руками. Но это самое главное, наверное, для того, как ребенок выбирает себе профессию. Поэтому они приходят к нам уже с осознанным выбором. Но если они захотят изменить свой выбор, они имеют полное право перейти с профессии на профессию. Тогда вот то, что мы сейчас этим занимаемся, я имею в виду, планируем, то, что мы сейчас наладили очень хорошие взаимоотношения с образованием, что образование идет нам навстречу и так далее и тому подобное. Это добавляет инвестиционной привлекательности нашему региону? Обращают ли на это потенциальные инвесторы, что вот такая работа ведется, и что если я приму решение инвестировать деньги в край, то мне будут помогать в том числе, да, и будущими рабочими местами. Это добавляет привлекательности? Да, безусловно. Инвесторы сегодня, принимая решение о локализации производства на той или иной территории, ну, может быть, не первым вопросом, но одним из значимых вопросов ставит наличие кадров для своего будущего производства.
Поскольку губернатор определил сделать, скажем так, приоритетным, да, промышленную отрасль, в том числе на перспективу, то мы очень плотно занимаемся с инвесторами. В настоящее время разработана уже дорожная карта для каждого инвестора, в которую вошло в том числе мероприятие по предоставлению потребностей в кадрах. И мы готовы принять этот заказ, проработать с Министерством образования, науки и молодежной политики и подготовить те кадры, которые им нужны. А мы можем ли мы, я не знаю, насколько это к вам вопрос, да, а можем ли мы повлиять на решение инвестора, то есть сказать ему, идти от обратного. Вот не надо вот это делать, а сделай вот это, потому что у нас уже есть кадры, или потому что мы эти кадры уже там начали готовить, или мы готовим их настолько хорошо, что тебе понравится. Вот не надо вот на таких гайках, а вот на таких гайках лучше делай. Ну, такое в принципе возможно? Зачастую инвестор уже знает, что он хочет реализовать. То есть он исследует рынок, да, конкурентоспособность своей будущей продукции. И он идет именно от своего производства. Поэтому ему все-таки нужны кадры, именно те, которые помогут ему воплотить в жизнь его продукт и выйти на рынок действительно конкурентоспособной продукции. Опять же, тогда не знаю, к кому в большей степени вопрос, а обращаются ли к вам за той информацией потенциальные работники? Обращаются ли они вот за этими прогнозами? Кто-нибудь спрашивает, а какие инвесторы могут появиться у нас в крае в ближайшее время? Как мне выбрать профессию? Там, для меня или там, для моего ребенка, который подрастает и так далее? Кто-нибудь эту информацию запрашивает, кроме специалистов? Не знаю, может быть, в образовании, может быть, у вас в департаменте? Непосредственно в департамент промышленной политики таких обращений пока не поступало, но в связи с тем, что эта работа только начата, это вот с начала текущего года, то впоследствии в рамках тех же профориентационных мероприятий, я думаю, что последуют такие запросы. Тем более вот хотелось дополнить, что школьники еще выезжают на наши предприятия, в том числе вот Краснодарское предприятие «Класс». И в прошлом году предприятия промышленного сектора края посетили более 10 тысяч школьников. То есть эти вопросы последуют. В надежде на то, что они потом придут работать? Да, мы хотим заинтересовать, мы хотим показать, какие высокотехнологичные производства у нас сегодня есть. И заинтересовать для того, чтобы уже там на базе 9-11 класса, вот при принятии решения, возможно, они обратились к нам. Вот это очень важно, да, вот мы говорили об этом с самого начала, да. Да, когда у нас только-только начинается производство, такой некий потенциальный инвестор появляется, да, мы делаем запрос на рабочие места, но и те, кто уже работают и работают достаточно успешно, они тоже готовы с вами сотрудничать для того, чтобы обновлять свой персонал, да, или повышать квалификацию своих работников. А когда мы строим вот такие планы, мы же не можем там предположить, что к нам приедут из другого региона люди учиться, и потом они уедут, и у нас опять... Мы вроде учили. Вот они все вроде здесь есть. Выпуск сделали, все уехали. Что в этой ситуации делать? Ну, наверное... Или так не бывает? Нет, почему же? Вы совершенно правы, бывает, и такое случается, миграция, это мы понимаем, к нам приезжают из разных субъектов Российской Федерации получать образование. С одной стороны, это плюс, потому что мы понимаем, что оценивают нашу материально-техническую базу, наши кадры, наше умение дать профессию, дать образование. С другой стороны, да, какой-то отток непосредственно существует. Но здесь, наверное, нужно посмотреть еще и с точки зрения руководителей предприятий, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить этого специалиста. И вот в рамках реализации стандарта есть такое направление, как практикоориентированное обучение. Когда уже непосредственно, ну, мы рассматриваем варианты второго, третьего курса, предприятие забирает себе не только на производственную практику студентов, но он открывает у себя участки производственные, как когда-то было в советские времена. Он открывает у себя классы, он дает специалистов, так называемых наставников, это тоже хорошо забытое старое, которые обучают непосредственно уже на этом производстве. Таким образом, работодатель имеет возможность уже себе непосредственно на своем оборудовании, чтобы потом не переучивать, готовить нужного специалиста. Он сможет заключить с ним договор о целевом обучении, потом оставить его работать у себя. То есть он должен быть тоже заинтересован в этом. И вот в июле буквально 2017 года
в налоговый кодекс внесены изменения с 1 января 2018 года, льготы таким работодателям, но с условием. Обязательно они должны потом трудоустроить этих детей у себя на предприятии. А можно мы ли думаем, сейчас, что сдвинется с места. А можно ли сейчас рекомендовать тем же самым людям, которые заинтересованы в рабочих руках, там, в какой-то определенной перспективе, как это бывает, да, вот эти целевые, то есть я тебя сейчас направляю на учебу, с тем, что ты потом ко мне придешь, я еще там, может быть, даже готов вложиться в твою учебу, в надежде на то, что ты мне потом отработаешь. Вы знаете, в системе среднего профессионального образования мы, я вот чуть-чуть подкорректирую, да, мы привыкли говорить о том, что целевое место, целевое дальше обучение, оно ближе к высшему образованию, где есть целевые места. В среднем профессиональном образовании, в соответствии с действующим законодательством, у нас есть целевое обучение, но на общих правилах приема. То есть работодатель уже в СПО отсматривает с середины, когда он к нему приходит. Все, я понял. И вот он здесь может заключить с ним как раз этот договор и оставить его. Он может доплачивать ему стипендию, он может какие-то еще социальные льготы ему сделать. Но, конечно, лучше всего выпускнику, это если он останется работать на этом предприятии. Поэтому мы очень надеемся, что именно стандарт нам поможет сдвинуть с точки, вот на той, на которой мы стоим. Это не мертвая точка, нет, но хотелось бы более активизировать работодателей в этом направлении. Тогда, а мы учитываем всех инвесторов, которые так или иначе появятся у нас на территории там, в какой-то определенной перспективе с их рабочими местами, мы учитываем все производства, которые есть, ту потребность в рабочих местах. Или это такой, знаете, заявительный характер, если руководитель предприятия заботится о своем будущем, он тогда говорит, мне нужны, и мы это, попадает это в статистику, а потом в образование. Или мы все-таки там ходим, проверяем, смотрим и так далее, и пытаемся как-то заглянуть и построить эти планы? На этапе апробации стандарта, безусловно, это добровольное участие предприятия. То есть мы хотим выработать лучшие практики, которые потом мы сможем рекомендовать использовать другим предприятиям. И в настоящее время именно такая некая настороженная позиция у работодателей, да, что даст реализация этого стандарта, какое качество кадров они получат в перспективе и какое количество ресурсов они на это затратят. Поэтому в настоящее время, конечно, вошли некие лидеры, да, промышленной отрасли и иных отраслей. Ну, в перспективе это будут все. То есть к этому разговору можно будет вернуться там через пару лет, когда уже будут какие-то определенные результаты? Ну, наверное, да, но я бы призвала работодателей не бояться. Я тоже думаю, чего здесь бояться, никакой секретной информации в этом нету, да. Но будем надеяться, что они услышат наши слова. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о подготовке кадров. Мы сегодня говорили о неком перспективном планировании того, что понадобится здесь на территории края. И мне кажется, это очень хорошо, особенно для тех, кто вот сейчас только определяется с выбором будущей профессии. А гостями нашей сегодняшней программы была Юлия Любименко, это начальник отдела перспективного развития отрасли промышленности Департамента промышленной политики Краснодарского края, и Мария Истомина, это заместитель начальника отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5 977.